На проспекте 100 лет Владивостока невнимательность водителя за секунду вывела из строя два автомобиля. Молодой человек за рулем автомобиля Suzuki Wagon двигались по проспекту 100 лет Владивостока в сторону остановки Верхняя Молодежная. Позади его нагонял Toyota Prius. В районе дома 28 молодой человек решил свернуть налево во двор для разворота. В зеркала посмотреть забыл. Девушка говорит, что вы в шоке. В шоке? Я? Ну, конечно, первый раз в аварию попал. Расскажите, что вы хотели сделать? Я хотел повернуть сюда, во дворик, потом развернуться. Я думал, что еду в своем ряду, в крайнем левом. То есть я даже поэтому в зеркало не смотрел. Удары, все. Вы не ожидали, да, что вас слева будут обгонять? Да. Девушка, рулевая автомобиля Toyota Prius, двигавшегося за Suzuki, маневров от его водителя не ожидала и стала обходить неспешный вагон с левой стороны. Удар, и машина раскидала по дороге. Водитель Приуса ударилась головой, но от помощи отказывается. Вы тут ехал потихоньку справа. Ну и все. Ну, я не посыпалась, и я обгонять его стала. Нет. Он решил повернуть. И все. Я как подлетела там, ударилась головой. Ударились? Ну, головой об крышу ударилась. Да ничего страшного, нормально. Там ничего нет. Оба автомобиля не на ходу. По асфальту растекается тосол. У Suzuki Wagon, помимо помятого кузова, вырвано колесо. Toyota Prius чувствует себя полегче, но не намного. Оформляться участники аварии намерены по ГАИ.